первой фрейлиной во дворе личных продаж лидеров становится лидер из города Москва. Надежда Званцова. Принимайте наши самые искренние поздравления из рук национального лидера. Первая фрейлина получает наградную ленту среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Овациями приветствую королеву в номинации «Двор личных продаж лидеров» Илину Лихотиенко. Поздравим королеву! Все вместе запрограммируем себя на мощный успех. Взялись все за руки, правая и левая рука, все вместе. А теперь сказали, все вместе, мы победим! Спасибо! Волнительный момент для каждой из вас. Мы объявляем имя второй фрейлины. Ею стала Антонина Пучкова. Из рук национального лидера вторая фрейлина получает наградную ленту среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. А сейчас мы просим вас поаплодировать успеху первой фрейлины. Ведь ею стала Елена Мандебура! Из рук национального лидера первая фрейлина получает наградную ленту среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Рукоплещет в честь королевы Евгении Федотовой. Старший национальный лидер Римма Иконникова вручает королеве большого шмеля и кольцо королевы. Знакомство с компанией началось, когда мне было 12 лет. Моя мама стала консультантом по красоте. И всю продукцию, классы по красоте мы проводили вместе. И я с нетерпением ждала, когда смогу присоединиться к этой компании. Но сейчас я студентка третьего курса. Мне всего лишь 19 лет. Спасибо. Поэтому
Естественно, когда я поступила вот только в университет, бесконечные лекции, зачеты, экзамены, и все это, конечно, я сейчас понимаю, что отговорки, нет времени, и желание быть консультантом немножко отошло на второй план. Но после того, как мы побывали в прошлом году в офисе компании, я приняла окончательное решение стать консультантом по красоте. Я в компании всего лишь год. Сейчас мы назовем имя второй фрейлины. Ею становится Галина Кратковская. Галина, примите поздравления всего зала. Вы стали второй фрейлиной в номинации «Двор привлечения». Из рук национального лидера вторая фрейлина получает наградную ленту, среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Я объявляю первую фрейлину, и ею становится Надежда Казанцева. Поздравляем! Из рук национального лидера первая фрейлина получает наградную ленту, среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Аплодируем первой фрейлине и приглашаем ее занять свое место у трона. Имя королевы. И в номинации «Двор привлечения» королевой становится Инна Федотова. Овации! Работая в команде семикратной королевы России Светланы Карловской, королевы России Новиковой Любови, фрейлины России Ирины Храмовой, вы знаете, очень сложно не заразиться мечтой стать королевой. Вы знаете, в прошлом году, это мой третий семинар, 7 лет я в компании, но это мой третий семинар. На первом семинаре я загадала желание, что я стану лидером. На следующий год я стала лидером. В прошлом году я сидела в розах, и когда Света Карловская села в 7-й раз на трон, я сказала, я буду королевой. В этом году я загадала желание, что я все-таки буду национальным лидером. Привет, мои любимые! Привет, дорогие! Я от всего сердца хочу поздравить вас с таким замечательным праздником, потому что это такое счастье, когда такая идея замечательная объединяет столько людей. Ваша дружба, ваше отношение друг к другу — это просто необыкновенно. Спасибо вам, что вы есть такие замечательные. И
Я хочу, чтобы ваши сердца всегда согревала любовь. Ну, а я хочу подарить вам свое солнце. Кто приходит и заводит эти часы, словно наших дней возводит солнце на весы. Нет, да, разлуки, как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою позабыли все, что выше нас. Там, во вселенной, знаю, сердце разорваться может, любя. Это как сушой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я все тебе отдам, любовь моя, всю себя. Океаны расплескаться будут, любя. Это как сушой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, и над тобой встать. Второй фрейлиной в номинации «Круг признания» становится Алина Кашина. Алина, мы поздравляем вас от всей души. Из рук национального лидера вторая фрейлина получает наградную ленту среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Первой фрейлиной становится лидер, которая приехала к нам из Северодвинска, Виктория Князева. Виктория, примите поздравления всего зала. Национального лидера первая фрейлина получает наградную ленту среднего бриллиантового шмеля и кольцо фрейлины. Итак, королевой в самой престижной номинации «Круг признания» становится Алена Клименко. Для Алены сейчас самая незабываемая минута в жизни. Овации! Овации зала в ее честь! Алена, запомните эти мгновения, эту минуту, эту самую. Прошу вас, искупайте ее в аплодисменты. Алена, пожалуйста, занимайте ваше место на троне. Он ждет вас.